1 марта Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области запустило голосование на портале «Добродел» по отбору региональных дорог, которые будут освещены в 2021 году. До 10 числа люди могут предлагать свои варианты, где бы они хотели увидеть придорожные столбы освещения. Сейчас в Ленинском городском округе три лидера народного голосования. Зеленое шоссе – одно из лидеров народного голосования на портале «Добродел». Местные жалуются, что поток автомобилей в последнее время здесь значительно увеличился и очень не хватает придорожного освещения. Сейчас очень большой поток идет объездной, потому что пробки на Старокашевском шоссе. Вот. И там много фур стоит в вечернее время. И, конечно же, не очень удобно, потому что не очень видно их, хоть они как бы и большие. Вот. Тем более там как бы поворот в микрорайон Южные Горки, вот, и опасный участок, и вот около складов дальше туда, где северный проезд, да, там они стоят, столбы, вот, но хотелось бы, чтобы, наверное, вся дорога освещалась. По мнению жителей Ленинского городского округа, еще один опасный участок – дорога от Расторгуевского кладбища до деревни Петрушино. Этот отрезок также в лидерах голосования на портале «Добродел». Столбы освещения здесь стоят только начиная со въезда в населенный пункт. Но эта дорога не региональная, поэтому в отборе участвовать не будет. Дело в том, что жители у нас не всегда знают, какая сеть у нас региональная, какая муниципальная. И они сейчас, в принципе, выбирают, какие дороги на карте они хотели бы видеть с освещением. Вот. Конкретно в голосовании будут отобраны уже участки именно региональной дорожной сети. Мы, в свою очередь, от администрации направили предложение в министерство по основным проблемным участкам, на которых необходимо просто сейчас уже освещение, потому что здесь проходят уже не поля, как было раньше, а уже стоят достаточно крупные жилые комплексы. С 10 по 31 марта министерством будут отбираться участки региональных дорог, которым посчастливится выйти из сумрака. Количество зависит от финансирования из бюджета Московской области. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.